друзья мои, всем привет. Здоровья вам, счастья и удачи. Сегодня суббота, 16 мая, марта 24 года. Утром встал, 7 часов утра, погода неважная. Вчера к вечеру, как дождь зарядил, да такой сильный, и до позднего ночи дождик все шел. Ну а сегодня все затянуто, небо еще. Птички чирикают, правда, хорошее тепло на улице. Ну так, немножко чуть-чуть свежо, но тепло. Сегодня в субботу надо нам дома прибраться, полы помыть, пропылесосить. И, наверное, Лидочка моя сегодня пойдет с внучкой посидеть, потому что родители внучки-то на работе. А я, наверное, займусь жалюзи, которые на балконе, помните, тогда снимал. Вот они. И вот такая вот оборвалась. То есть вместе соединение. Здесь оборвалось. Ну что, можно было, конечно, одну-то убрать и поставить их обратно тут. Займусь, протеру их, соединю, попробую все. Ну и, наверное, потом попробуем поставить все-таки тоже. Потому что это как бы защита хорошая. Так что начинаем наш день. Друзья мои, прошло немного времени, и дождь зарядил. Но мы передвинемся с вами на кухню. А что мы там сегодня приготовим? Пойдемте. Друзья, забыл микрофон включить. Ну, короче, вот это блинчики, которые с утра еще сделал на завтрак. А в магазине купили рульку за 3 евро и решил ее замариновать. А маринад сделал из майонеза, томатной пасты, чеснок 2 зубчика через чеснокодавилку, соль, перец по вкусу. Все это перемешал, намазал ее рульку эту. И в холодильник поставил со вчерашнего вечера. Это примерно где-то в 6 часов вечера поставил, а сегодня около 10 часов достал. Ну и вот, делаем дальше. Да, еще забыл. Я еще ножиком протыкал эту рульку, и в каждое отверстие четверть чеснока еще, дольки чеснока засовываю. Ну, сейчас мы завернем эту рульку в фольгу, хорошо так, и в духовку. Мы сначала нагреем духовку, там, чтобы она разогрелась, и пускай часа 3 она там томится. После этого мы добавим зелень, и, наверное, будет вкусненько очень. Лаврушечку миленькую сделаем. В общем, вкуснятину давайте делать. Так, поспели фольгу. Сейчас мы плитку сюда.
Так вот. А! Нет, я в фольге. Я забыл, надо лучку порезать и лучка еще добавить. Помнем лучок. Так, ну и завернем. О, как упаковали. Хорошо. Так, друзья. Духовка нагрелась у нас, пора время в духовку запихивать. Вот так вот. И пусть греется. Жарится, парится. Ну, а мы с вами пока здесь мясо у нас готовится. Наверное, пойдем на балкон, попробуем, как там у нас получится протереть эти роллады, приготовить их. Ну, вот, чтобы неудобнее было, я вот здесь столик поставил, сейчас... Вот такой вот стульчик возьму. Ведерко. И тряпочка вот. Будем пробовать. Не совсем до идеала, но хоть немного, но все равно освежим. Ну все, протерли. Ну все, вот протерли. Все, пускай немножко чуть подсохнут. Так, это верхняя планка целая, где цепляются эти. Здесь с краев немножко что-то вот. Но это не так страшно. Все, это от одной вот отпало. Мы ее заменим, ну как не заменим, просто уберем, на одну меньше будет. Если снизу там будет просвет, это ничего страшного. Ну вот, и потом собирать будем. У нас как там все жарится, тушится, парится. Ну а пока там сушится, там жарится,
Лидочки пока нету. Давайте пропылесосим. Поможем. Что-то вот так сидеть, что ли, просто. Поехали. Лидочке будет приятно. Пылесос мощный. Я втягиваю там. Ну, а сейчас мы его скрутим, уберем на балкон, а здесь пол протерем. Столы маленькие, большой стол передвинем. Швабра упала. Так, ну все. Здесь пока сейчас у балкона не буду, потому что на балконе надо прибраться. Землю старую, цветов убрать. Собрать их в мешочки целлофановые, а потом мешочки пустые были, чтобы можно было новую землю купить и посадить. Ну вот и прибираемся. Это у нас наши квадратные есть и круглые. Вот. Ну вот, немножко прибрался. Ну, не совсем, надо еще разложить там кое-где что. Пойдет. Друзья, ну вот, помыл полы во всей квартире. Сейчас немножко чуть-чуть посижу и займемся мясом с вами. Наверное, уже
более-менее подошло. Мы сейчас его откроем, туда положим лаврушечку, наверное, вот. И откроем и поставим под сильный огонь сверху, чтобы немножко так это поджарилось у нас, как будто. У нас есть здесь это, ну, в этой печке, это, ну, как бы гриль. Вот. Такое. Попробуем так еще сделать. Ну, сейчас откроем, посмотрим, готово, не готово, как оно. Ну, вот, на соль попробуем немножко. Фух. Лидочка придет, будет довольна, наверное. Ладно, давайте посмотрим, что мы там сделали. Но запах, я вам скажу, идет приятный, вкусный. Я вот только что открыл, вот посмотрите. Посмотрите, какая косточка получается. Мягонькая вся. Сейчас ее подгрилим. Так, ставим на гриль. Закрываем. Пусть немножко поджарится. Да, забыл. Надо зеленушки сюда. И укропчику. Ой, укропчик, лавровый листик. Так. И теперь. Так. Друзья мои, сейчас немножко поджарится так сверху, чтобы такая как корочка была, потом с горчичкой, с хлебушком, с черненьким. Салатик еще надо сделать с помидорчиком и огурчиком. Я вот попробовал немножко вот это. Под, ну, как рассол-то который там выделилось. Такая вкуснятина. Это вообще прелесть. Так что подождем чуть-чуть и попробуем потом. Вперед. Вот так. Я думаю, хватит. Сейчас. Еще побольше. Замечательно. Все, выключаем. Что у нас? Слышите? Корочка. Она
мягенькое все. Так, надо попробовать чуть-чуть. Друзья, это что-то. О, вот это вкуснятина. Сейчас еще за Лидочкой съезжу, куплю помидорков, огурчик, сделаю салатик. И с этим салатиком замечательно будет. Приятного всем аппетита. Вкуснятинка какая. Так. Кушайте. Друзья мои, что еще надо? Вкусный обед с салатиком, легкое сладкое вино, хорошее настроение, хороший фильм, счастье полон дом, любимая жена. Во! Всем спасибо! Друзья, ну а как я рульку эту готовил? Короче, в магазине купил рульку за 3 евро. Домой пришел, сделал маринад. Маринад сделал там майонез, томатная паста была. Там в тюбике оно было. Как вот томатная паста у нас продается, только там тюбики сейчас, майонез вместе с томатной пастой. Вот, туда добавил перцу, чеснока, соли. Вот. И всем этим намазал рульку. Еще я проткнул в нескольких местах рульку, а туда там, ну, четвертинки чеснока засовывал. Все это сделал в чашку, закрыл ее и в холодильник. И она у меня, считай, ну сколько, с вечера где-то сделал, с вечера, часов 6 вечера. И на следующий день, где-то в 10 утра, я уже ее замотал в фольгу, а луку порезал, две луковицы таких средних, туда, чтобы оно сок давало. Вот. Все это в фольгу хорошо закрутил, замотал, и в противень, и в духовку. Где-то примерно 180 градусов,
и часа на 3. Ну, у меня вышло побольше немного часов-то. Вот. После этого я ее вытащил из духовки, раскрыл и под гриль. Там в духовке есть гриль такой, вот включил сверху, и она немножко, это самое, ее поджарила чуть-чуть. Вот. Потом я к укропчику хорошо так, это самое, туда лучку, и опять закрылся, чтобы это, выключил духовку, закрыл фольгой-то, чтобы вот этот аромат укропа вот этого впитался туда. Ну и лаврового листочка еще туда кинул, чтобы от лаврового листочка запах еще был. И где-то в теплой духовке в этой, ну, полчаса, наверное, больше, минут 40 постояла она. Но потом это такая вкуснятина была, это просто объедение. В общем, я ничего нового тут не выдумал, не это самое. Просто никаких других больше приправ не добавлял, но получилось обалденно вкусно. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем здоровья, счастья, удачи. Оставайтесь на моем канале. Будем снимать еще что-нибудь. Ну, кому нравится, подписывайтесь. Не забывайте лайк ставить. Пока-пока, до новых встреч.